Ровно неделя прошла с того момента, как был открыт участковый пункт полиции в 6-м микрорайоне Видного. И вот еще в одном жилом комплексе, а в зеленых аллеях проживает порядка 40 тысяч человек, появилась возможность постоянного присутствия участкового на территории. Процентов, наверное, 15-20 обращений жителей, они в себе содержат пожелания, просьбы, требования о том, что мы хотим видеть на территории полицию, мы хотим видеть участкового в зоне доступности в том или ином новом микрорайоне, и мы стараемся это сделать и воплотить в жизнь сообща. После разрезания традиционной красной ленточки всех присутствующих пригласили на экскурсии по необжитым пока помещениям. Открытие этого пункта стало возможно благодаря совместным усилиям депутатов, администрации округа, руководства ОМВД и застройщика. Я считаю, как местный, что для местных это будет удобнее для, так сказать, скорейшего решения вопроса. Сейчас сразу же можно прийти, никуда-то ехать, искать адрес. Вышел из дома, сразу обратился к своему участковому. На мероприятии присутствовал заместитель главы администрации Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин, который, в числе прочего, курирует вопросы территориальной и общественной безопасности. Он рассказал о ближайших планах по открытию новых участковых пунктов полиции. Этот по счету у нас был 8-й участковый пункт полиции в Ленинском городском округе. Следующим планируем в Володарке. Он уже отрабатывается, скажем так, на полную. И ведутся переговоры о открытии пункта полиции в ЖК «Дивны». Адрес нового участкового пункта – бульвар Зеленой аллеи, дом 4. График приема жителей – во вторник и четверг с 17 до 19 часов, в субботу с 15 до 16 часов. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.